Практикис. Вечный мяч на штрафной, гол. Все-таки вносит гол футболисты Практики. Сейчас ворота соперника. Это Илья Нестеров, 19 номер. Поражает воротам от мячей. Ну что же, 1-1. 1-1 довольно быстро Практика отыгралась. Вот это твой чуд. Удар там! Ой-ой-ой! Что за голы сегодня залетают, а? Что за матч? Евгений Маришев, 15 номер. Вот это да. Пока, да, было видно, что пойдет игрок. Ставрополь мог сыграть очень четко. Ложный замах, здорово, под левую ногу. Ой-ой-ой-ой-ой! Это гол! 3-2. 3-2. Угадали. Вазген Масиян. Масиян, да, совершенно верно. 7-2. Зуева. Перевод. Неплохо. Скидка в центр. Но не дотянулся. Базанов. Но продолжается атака. Лестроен. Вес. Удар. Ух ты! Гол красавец. Ну вот, наверное, это 23 номер. Алексей Савельев на 38-й минуте. Вот этого поединка. Но, скорее всего, состоится это уже во второй половине встречи, так как играть остается минута до перерыва! Внесите этот гол в хит-парад! Илья Пилипенко чуть ли не с центра поля в самую девятку разбудил, а может быть даже и убил того паука сетунского, который там уже свил паутину. Илья Пилипенко, ну что это за удар? Ну как вообще можно ожидать? Вы знаете, вот... Цепляются, и пошел уже на точную штрафную. Последний шанс, укрыв Баса, и гол! Фантастика! Просто фантастика! Это что-то невероятное, что сотворил Николай Кощеев! Это полностью гол 11 номера! Невероятно! По эмоциям! Это невероятнейший момент.